два года, других я знаю три года, некоторых год. С некоторыми здесь успели также несколько лет пробыть друзьями, а стали любимыми людьми друг до друга. Но дело не в этом. Как все хорошее настает, так всему хорошему приходит конец. То же самое, пришел конец моему терпению и пришел конец моему интересу к данному проекту. И поэтому, как говорится, просто решил взять и свалить отсюда в закат. Потому что надоело. Но, как говорится, никто не забыт, ничего не забыто. Обо всех тех своих знакомых, друзьях и близких, и любимых я могу сказать одно. Мы уходим, как говорится, только с игры. Но из другого места мы не уходим. Мы также не перестанем общаться. Мы также не перестанем... Тогда то, что здесь станет на одного, как говорится. Кто-то считает, что я говно, кто-то считает, что я пидорас, кто-то считает меня нормальным человеком, без разницы. Здесь на одного алда становится меньше. Поэтому я могу сказать одно. Те, с кем я, как говорится, хорошо рулился, те все, кто я хорошо общался, те, кто меня принял в свое сердце, и те, кто приняли меня с душой, я вам весьма благодарен за те моменты, которые мы провели, как говорится, вместе. И в данной ситуации я могу сказать всем тем спасибо, кто мне реально взорвал личку, всем тем, кто реально откликнулся на то, что как бы кому не безразличен и 5-10. Ну вот так вот. Время приходит и... Я плакаю. Все. Получается, на одного человека, как я уже сказал, меньше. Как бы реально, ребят, вы лучшие. У вас в данной ситуации, что Гросси, что Outlaw, есть еще там люди, которые показались реально мне на последнее вот время, которое я здесь, как говорится, доживал, показались мне самыми адекватными и прикольными ребятами. И в данной ситуации хочу сказать одно, спасибо вам за реально проведенное время вместе, поорали, повеселились, там, не знаю, проделывали различные моменты. Но опять же скажу, то, что всему этому приходит конец. Не для вас, но для меня точно. Поэтому, как я уходил в тот раз в закат на пару месяцев, так я ухожу сейчас в закат, неизвестно насколько. Поэтому, ребятки, всех благ, хорошего настроения, долгих лет на этом проекте, и главное, не шалите. Я вас, как говорится, всех, ребятки, люблю, целую и обнимаю. Вы всегда будьте моими пупсиками. Я все. Я даже плакаю. Ты чё плакать-то? Радоваться надо одного неадеквата меньше. Нереально. ГЛС. За монолит и так далее. Ну ладно, Ксюша. Напоследок так уж и быть. Нахуй Ксюшу. Пизду эту Ксюшу, блядь. Мозга ебала, дай боже, нахуй. Этого все, блядь. И ты спасибо, это еще один довод мне, блядь, яйца вырвать, нахуй. Я ему ебальник разнесу, нахуй. Где эта хуйня? Где эта вещь? Эта тема. Да, вот именно вот так вот, как я только придумал, вот так вот и выбьют зубы нахуй. А я знаю, что ты дрочишь. Напоследок.
прям как в тот раз, да, когда пермач отлетел. Ой, да, опять. Все, теперь можно, блядь, валить отсюда нафиг. Вы мои пупсики, вы мои лапочки. Я сейчас пойду в подушку плакать. Что-то мама не слышала.